Ребята, эта новость просто улет. Короли московского фастфуда, создатели Underdog, открыли новое место с мексиканским стритфудом. Внутри стилизация под дешевую мексиканскую забегаловку, аляпистые скатерти на столах и множество прикольного декора, который говорит нам: вы в Мексике. Арриво! Поднимем за это бокал мичелады. Это коктейль из пива и томатного сока. По еде тут вкусно абсолютно все. Тако, буррито, кисадилья, энчиладос. Энчиладос, кстати, я попробовала с бататом, это было прям вау. Здесь у меня тако с треской, и еще мы попробовали тако берия. И мне действительно очень сложно выделить какое-то одно блюдо, но вы точно удивитесь от 600-граммового буррито. Нереально огромный и очень вкусный, можно прям шерить на двоих. Ну и на десерт самые настоящие чурос с шоколадом, конечно же. Хотите верьте, хотите нет, но мы съели почти все, что вы видели сейчас на экране. Нам просто было тяжело остановиться это есть. И это место точно отправляется в списке лучшего фастфуда Москвы.